Давай. Че, давай играть, че. А, мне показалось, сказал, давайте пока. Так. Сейчас покикаем. Угу. Разрешаю. Я вроде разрешил. Я уже все забыл. Если подумать. Здесь неудобный типа список приемов персонажа. Просто такой список большой и. Ну. Нет, неудобно, короче. А, я карту убираю. Ну же, кому солнце? Ура, быстро прошел. Фига себе. А стоячий блок блокирует средние и верхние атаки, но слаб к нижним и броскам. А нижние, соответственно, блокируют только нижние. И промахиваешься кувырк этим захватом. Но средние даже, не только верхние, его пробивают. Страшная вещь. Зачем тогда верхние атаки? Ну-ка, стой. Ну что, я неправильно сказал? А хотя нет, мид же когда делаешь. Хуй его знает, короче, похуй. Какой пресс, мальчик накачанный. О. Фига себе. Не многовато ли урона, нет? Почему он не делает? О. А остальное все забыл. А, вот еще штука крутая. Бля. О, а могу еще вот так тут. Только еще он стреляет в другую сторону постоянно. Фига себе. Сдохло. Ой, бля. Как ты узнал, что они здесь делают? Я не знал. Ура! Глупость какая, у меня озвучка глупая какая-то совсем. Get ready to fly! Я все комбо нахер забыл. Ой. Блин. Хуй поймешь, что с этим делать. Блокировать, наверное. Это захват. Да? Да. Блин. Дай, блядь, Навальный. А, я не туда нажимал, понятно. Вау. Вау. Я нажал. Перфект! Это мой первый.
мужик. Глупая заставка. Он охеревает от того, что у него лазер из глаз постреляет или чего? Ему что, 5 лет, что ли? Я бы охерел, если бы из глаз глазера. Из глаз глазера. Глазера это такая нормальная штука, да. One, two. Да блять. Че? Хуйня карта. Какая карта? Хуйня. Че, посмотри. Ага. Может быть у нас разный вкус. Ну такая. Look at this chicks. Или chick. Chicks это... Chicks это щеки. Chicks. Everybody touch your chicks and fuck that bitch. Ну ты про этого? Про Devil Jin'а? Ну потому что здесь только одна бич. Ебаная. Соколиная птица, ебаная. Между прочим, минуточку. Сядь сунсинг. А у меня рожки, у тебя ушки. Значит, рожки проколят нахер твои, блядь, ушки. Они не настоящие, дурак, это все фейк. А вот лапы настоящие, они нахуй тебя сломали. You fucking ho. Так умеешь, хуйня? Ебать, ну нормально. Я так не умею. Да, господь, господь. А то у меня есть хвостик. Охуеть. Он должен другой сделать. Кингу Кримсон. Бля, это... Сука! И я же. А! Блин, я не тот нажал. Как? Ой. Ой. Неплохие прерывания моих бедных атак. Плохо. Ой, бля. Оу, са. Главное, что я не умру. Бля, я пытаюсь рейчард сделать, если ты знаешь, потом ты уже хуйню. Тварь. Ослиная. Пиздец, конченая дура, нахуй. Как же я её ненавижу-то, блядь. Ну, блядь, ну она ёбнутая. Ха-ха, еще поджопник дал бы конец. Неплохо. У, как страшно. Что? Он должен был. Он должен был другое сделать. Че? А где хуйня с армором? Ёбаная. Мандавошка, блядь. Почему рейджард-то не делается? О, я удар нажал. Лол. Я сдох. Охуеть. А не, жив. Можно все исправить. Да чё за... Я ждал, я не убью. Я ебал эту дуру. Как она меня бесит. Старбайт на ней поебал нахуй после этой заставки. Ну, блин. Детей бесит прикольно. Да, это очень хорошо. Эти ребра попали прям в легкие. Блин, мне жалко, она же просто девочка, которая, да, блядь, тварь, с кошачьими ёбка. Лапками ебошит. Тварь, она ёбка. Была бы она, сука, человек. Каменщик, что ли? Я демон, и то не такой жестокий, как эта тварь. Ты не демон, ты хуйня с крыльями. Соколиный хуй, блядь. На крылья появились и хуй. Отрос, блядь. Птичий.
Пиздец, чё говорит? Слова. Как все. Гутруди. Фурнукс Бутл. Хиуя. Ауя. Ауе. Мне опять пиздец, да? Этот персонаж не очень сильный. А, у меня тоже есть, типа, ножки хуёшки. Ножки, блядь. Наверное, она не очень сильная. Смотри, сейчас Сунсинг будет. Прочитал Сунсинг. Добре-бре. Fuck you, fucking ho. Fuck you, bitch, блядь. Охуеть, это на каком татарском? Ой, а чё, второй удар законен? Я пытаюсь другой сделать, но ладно. Вот это. Да бля! Вау! Фига себе, ты увернулся, я не попал. Чего? Это наводится? Я думал, оно совсем не направленное. Что это было за хуйня? Это же нижний. Наверное. Может, это мид вообще. Нормально. Сдох. Ха-у-а-у-у. Ричард у него неинтересный, я так считаю. Может, было что-нибудь прикольное найти. Неплохо. Давай бесконечную серию, блядь, устрой нахуй. Вот как ты это сделал, нахуй? Я не могу, блядь, труп, блядь, пинать. У меня максимум один удар получается, и то есть получается. Ты это нахуй. Там, потому что я знаю, какое время он лежит. Неплохо. Ты ёбаный твой рот! Ты думал, я буду стоять ждать, когда она помнёт? Я не долетел просто тебе. Ты уверен? Да, я просто не долетел. Мне кажется, я уклонился. Сейчас посмотрим. Да блядь! Сейчас тоже? Да. Блин, промахнулся. Ой. Ой. Бать. Ой. Бух, что-то страшное там было. Ой. Нихуя ты там ебала, улетела. Да. Чё это было? Воу. Рейчардик не сработал. О, армор. Ну, Рейджард, блядь, ну... Ты там, надеюсь, не джойстик пиздишь?
Что если джойстик, он тогда сломается. Меня тоже Razer не работал, если честно. Пару раз не сработал. Ну-ка. Хочу за танцор дискача поиграть. Может, он что-нибудь прикольное делает. Его стойки с ногами, конечно, страшная хуйта. Может, он даже еще сильнее, чем она? Которая 1, 2, 3. Может быть. Сейчас посмотрим. Сунсинг. О. Ох, ебать, что это такое? Кого-то у меня этот, перегрел скомп. Сейчас будет 1, 2, такой 1, 2, сури! Ну, у него хера, у него 30 почек, прикинь, 2 серебряные, а золотая. Охуеть, он мощный. Сейчас будет Астер против Астера. Смотри. После Сунсинга, конечно. Сунсинг. Сунсинг. Все еще Сунсинг, смотри-ка. У меня загрузка. А у меня Сунсинг. Смотри-ка, Сунсинг. Охуеть. Все, что это за карта? Не помню так. А, вспомнил. Ух, раз он умеет летать, что он во время боя просто не летает и не убивает? Потому что он честный игрок. О. Ну, армор есть. Воу. Я там кручусь, верчусь. А я, кстати, Рейчард не смотрел. Нихуя себе. Ебай, я там улетел. Блин. Я думал, он кто-нибудь другой сделает. Гепардовая какая-то, как её, блядь. Называют так, курточка. Да. Да. Хуяк. Ой, прям по яйцам мне пёзло. Ой, хуй, я себе там летал, блядь. Ма, не еби. Ау! Ой. Я чё помню, как Рейчард всё делался. Вау! Ебать. Дискач. Чего? Я по кому там бил-то? Блять, блять. Нихуя ясь он ебошит. Это дед, блядь. Как ты помахнулся, интересно. Ебать. Что-то у меня какие-то прям совсем ебанутые комбы. Если я специально делал буду, то есть... Нихуя себе. Ебанутый. Он еще продолжает стойку. А у меня не получалось. Мне кажется, блядь, я как не так, блядь, в неправильную игру играю, учитывая, что я учил персонажа, блядь. Несколько матчей с ним играл, а ты в итоге взял какого-то, блядь, рандомного дебила и выебал меня нахуй. Ну, блядь. Так так получилось, вон. С персонажем. Ты, видимо, лучше меня играешь. Блин, я просто играл в Тейкен, поэтому я примерно знаю, как могут работать персонажи. Ну я же в него достаточно играю. Нет, ты меньше. Так ты же меньше меня играл. Ты чё, она? Ты не играл против настоящих игроков, ты не понимал, как они там действуют, ты не предугадывал действия. Ты For Honor так же столько долго, сколько я не играл. Ты не играл в файтинг столько, сколько я. И хотеть сразу начать выигрывать.
Да, блядь, ты блядь, сука! Я выигрываю раз в год, а ты меня своими шлюхами ебешь в жопу. Так получается, я не виноват, типа, я нажимаю кнопки. Ну вот, блядь, я тоже нажимаю. Так ты не блокируешь удары, тоже нажимаешь кнопки, но не блокируешь. Я же живу, потому что блокирую, если бы я не блокировал, я бы тоже умирал. Так, блядь, ты не видел, нахуй, я помню, я блокировал, блядь, весь матч на кер, а ты мне все равно этой дурой белый, просто, блядь, то сверху, то снизу просто меня ебал в рот. Ну, так надо было уклоняться, а не блокировать, ты в этом прикол, что здесь... Комбо там прописываешь, нахер, просто пиздец, он труп лежит, просто его пиздишь, нахуй, пиздишь, пиздишь, да, вперёд так устраиваешь. Случайно так получается. Дальше двух ударов не могу, хули у меня случайно ничего не могу. У меня только получается бить на земле джанглик, у меня не получается, только один там два удара максимум получается, и все. Это пиздец какой-то, нахуй, я, блядь, ни одного матча, мне кажется, не выиграл. Ты выиграл же матч у меня. Сколько ты выиграл? У меня же был нарушен этот желтый. Был нарушен, охуеть, просто это просто пиздец. Невъебенных масштабов просто. Это просто охуеть. Ну такие игры делают, да. Игра нормальная, блять, а хуйня происходит. Нет, так персонажи же, типа, так вот сделанный персонаж, так сделанный. Ну я Эдика, блядь, брал нахуй, нихуя не мог. Ну, сделать. Так и чё? Я ебал в рот. Ну, так а я же сделал, значит, можно делать точно так же, как я делал. Ну. Блядь, ну у меня чуть не выходит, нахуй. Так потому что как ты нажимаешь-то? Я могу тебе сказать, как я нажимаю. И всё. Ты если будешь делать так же, у тебя точно так же получится. Тут везде сочетание двух кнопок. Я одну кнопку нажимаю раз в год. У меня, блядь, добинчены бамперы на две ну, кнопки. Ну, а я нажимаю иногда двойную, а иногда у меня срабатывает одинарная. Из-за этого у меня и то, и то, и то получается. Потому что я не нажимаю 100% две всегда. Я не дерусь специально. Я единственное, что специально за суку пытался пару ударов делать. А потом ты опять начал так. Ты специально, что ли, делаешь? Ты что, ёбнутый? Нет, я не специально это делал. Я понимаю, типа, примерно, что если я нажму вниз вправо и какое-то сочетание, может быть, будет нижний удар. А назад может быть верхний или отскок. И все, и на этом я играю. Пиздец, нахуй. Я там, блядь, комбо выучил, нахуй, все равно хуй. Если б я специально это делал, то вообще пиздец был, да. Типа, это слишком сложно. А я специально делаю, ёпта. Ну, так, не значит, по-другому делай специально. Я же не специально делаю. Значит, ты точно так же можешь, как я не специально делаю. Если тебе. Я не специально, я, блядь, когда брал родов персонажа, просто, блядь, два удара, нахуй, делаю, и все, больше я ничего не могу. Так ты как ты бил? Ты не бил ты так же, как я. Блин. Ну так потому что так получается, персонажи разные, не сочетаются. Эти комбо разные. Я нажимаю по-другому. Нажимаю на спецприем, который типа, ты если ты меня много бьешь, я же не нажимаю просто удар. Я нажимаю назад, потому что может какой-то удар там с ударом назад, типа со скоком и по лицу. А потом нажимаю еще несколько кнопок, иногда получается комбо. Если ты упал, я просто назад, вниз-назад, какой-нибудь удар, у персонажа есть нижний. Ты типа перевернулся, то я тебя еще раз могу ударить, я просто знаю, еще раз его делаю. А потом уже как пойдет. По маслу. Жопу. Пойдет. Ты ебаное дерьмо. Блин, в игру. Сложно. Мне никто не дано в файтинг играть, это надо, блять, это мне не дано в файтинг. Почему это? Не, Некит играет хуже, и чё, он может так же научиться, точно так же, как ты можешь научиться. Видишь, ты меня до этого выиграл. Я могу научиться нахер, если я ничего не могу сделать. Так ты же меня убивал. Убивал, да, блядь, убивал. Я играл... Рейджард, включите нахуй весь раунд, и я тебя, блядь, убивал. Я этот... Я тогда умирал, потому что пытался, типа, специально играть, потому что я за суку играл. И пытался, типа, именно предугадывать твои действия, ну, кроме там... явных низов, типа. А так-то я это... проигрывал же, значит я могу проиграть, всё. Ну, заебись, нахер, раз в год. Да так меня в жопу драть, это пиздец. Так... Кошку, ты же меня выиграл? Я не могу против них играть. Нет, а ты не заметил, что ты лучше играть стал, нет? Нет. Ты видел, сколько у меня побед было? А потом ты начал, типа, прервал ее. То есть, соответственно, ты... Это не потому, что я там начал хуже играть, а потому, что ты начал лучше. Я-то играю всё всегда так же. Только вот я один раз за суп пытался. А я играю точно так же. То есть в итоге ты все равно превзойдешь меня, и мне придется тоже учиться, чтобы тебя превзойти. Конечно. Че, конечно, все так и будет, все так и работает. Я игру ищу. А, блядь. Пиздец. Тейкины ваши, блядь. Охуекины, блядь. Ну ты удалите эту девочку-кошечку, нахуй. Файл в игры, блядь.